На стареньких черно-белых снимках молодая Саша Кузнецова, самая маленькая, стоит в национальном удмуртском костюме. А это друзья всей жизни, любимые фронтовые товарищи. С ними познакомилась в декабре 42-го. Тогда она и еще 400 удмуртских девушек получили повестку на фронт. Женскую группу отправили в Челябинскую область, в Магнитогорск, изучать военное дело. В 43-м Александра на передовой на фронте. Зенитчица 361-го зенитно-артиллерийского полка Карельского фронта. За небольшой рост однополчане прозвали Сашу «Кнопкой». Так, шутя, ее до сих пор называет вся родня. Я как раз была дневальная. Стою так, около меня столько крыс вышли. Я так стою, наблюдаю, смотрю. И не заметила, как генерал пришел ко мне, ближе уже. Надо было команду дать. Да, опоздала дать. Потом говорит, начальник караула вышел. «Эх ты, говорит, Кнопка, Кнопка, а я тебя, говорит, галбату посажу». До конца войны зенитчица Кнопка защищала Мурманский порт, отважно сбивала самолеты, терпела голод, укрывалась от бомбежек. Май 45-го встретила на боевом посту. Весть о том, что победили, принес старшина. Победу узнали 8 мая. Старшина пришел. Девочки, говорит, капитуляция. А что такое, говорит? Война, говорит, кончилась. Ох, мы обрадовались все, обнимаются все. Сразу с 8 вечером, а 9 строили нас всех и объявили, что война кончилась. Сегодня Александре Кузнецовой 97. Она живет с родственниками в частном доме в Малой Пурге. Помогает молодым вести хозяйство, а еще мечтает. У ветерана есть заветная мечта побывать 9 мая на параде Победы на Красной площади. Об этом она рассказала временно исполняющему обязанности главы республики, который побывал у ветерана в гостях. Александр Бричалов обещал мечту исполнить. Елена Обуховская, Руслан Нуриахметов, телеканал «Моя Удмуртия».